Es el проект Inglés TV и hoy vamos a hablar de las palabrotas españolas. Привет, друзья! Это проект Inglés TV и рубрика «Без границ». Сегодня мы с вами поговорим о том, что вы спрашиваете в первую очередь у иностранцев. А скажи что-нибудь на матном. Итак, первое матное испанское слово или ругательство – это «joder». «Joder» – это примерно то же самое, что в английском «fuck». Следующее слово – «jolín». «Jolín» – это лайтовая версия, что-то типа нашего русского «блин» или «черт». И последнее выражение – это «hijo de puta». «Hijo de puta» мы можем встретить в такой знаменитой фразе «Ай да Пушкин, ай да hijo de puta». Надо сказать о том, что ругательства в испанском языке более приемлемы и встречаются гораздо чаще, чем в русском, поэтому можно их услышать даже в самом культурном обществе, например, в институте от преподавателя. Если вам понравилось, нажимайте «Мне понравилось», пишите в комментариях, будем продолжать. Пока!